Десятый эпизод Fear проект Персей. Бездна. Вводную читайте, нажав на паузу на первых секундах. Я не успел брифинг записать, к сожалению. Но суть в том, что напарник наш погиб. Да. Напарник наш погиб. Так, у меня патроны закончились к пистолету-пулемету. Да что ты? Я что, снайперкой буду, блядь, в упор стрелять по этим чувакам? Это снайперка одной очереди вроде положил, типа. А, он раненый был. Суть в том, что напарник погиб наш, а ядерный взрыв привел к всплеску паранормальной активности в метро. В глубинах метро, в котором мы сейчас пребываем. У меня, кстати, мало патронов. Это может плохо закончиться для нас. О, две аптечки, это то, что надо. Спасибо. Опять эти призраки. Наглазые. Чё спрятался? Иди сюда. Так, первый пошел. Перезаряжаемся. Стреляй, сука. Второй готов. Тут их трое должно быть, я помню. Давайте третьего мне сюда. Вон он. Смотрит. И меня. Готов, ублюдок. Так, у меня всего 8 выстрелов к этой пушке, блин. Это вообще ни о чем. Так, давайте возьмем. И к пистолету-пулемету 13 патронов. У меня из оружия осталась только снайперка. Что за бред? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут сейчас... Сейчас это страшная яма, ее надо перепрыгнуть. Пошел вон отсюда. Блять. Какой же ты засранец. Отбился от него. Мне жалко патроны. Вроде даже здоровье, кстати, не потерял, а патроны... 15 патронов. Так. Так, давайте... Вон я вижу дробовик прямо по курсу. Выбросим тогда. Пистолет-пулемет, я возьму дробовичок. Есть дробовик у меня. Вообще патронов не осталось в стрелковке. Если бы сейчас не этот дробовик, я бы не знаю, что сейчас было. Видели? По потолку сейчас... Господи, это крысы. По потолку сейчас чудище проползло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас опять мне будут на меня нападать вот эти черти. Я ведь не смогу эту крышу. Я хочу броник, кстати. Там броник, походу его не подберешь, не наступив на эту чертову яму. Слушайте, ну я без ущерба для здоровья сейчас отбился. И броник подобрал, и из ямы этой выбрался. Нормально. Да хорош. Я думал, это скример, а это реальный монстр на меня напал. Так, патроны к автомату. Отлично. Так, броник. А самое главное, здесь есть перфорация. Довольно страшно. Так, за место чего его взять? Перфоратор. За место, неужели за место дробовика? К нему патронов много. Слушайте, ну придется за место дробовика мне перфоратор, наверное, взять. Снайперку мне жалко выбрасывать. Хотя там всего 15 пуль к ней. Так, крутим за этот вентиль. Открывается дверь. Не знаю, слышит ли меня кто-нибудь, но если да, помогите! Какого черта? Крутим этот вентиль. Поднимается уровень воды. Блин, а возможно я зря выкинул дробовик-то. Где этот сукин сын? Блять, у меня почему-то забралось. Почему он убрал автомат? Сейчас сдохнуть не хватало. Аптечку мне. Блять. Я сейчас сдохну.
Я сейчас сдохну или утону, как котенок здесь. Вон этот ублюдок. Блять, снайперские патроны на него переводить обидно. Так, гвоздомет. Я не знаю, насколько эффективен против этих тварей. Гвоздомет. Автомат я взял обычный. Он меня цапнул только что. Я ни хрена его не вижу. Где вот он? Надо выбираться с этой воды. Вон он бегает, сука. Оживи это. О, да. Неужели я выбрался в какую-то цивилизацию? Две аптечки. О, это эти недобитки. Они же потеряли управление. События происходят параллельно с оригинальной игрой. О, да. Автоматические тюрели. Они меня выручили в финале оригинального Fear. Очень здорово. Или не... не в финале оригинального Fear, а в финале дополнения точка эвакуации. Может быть, выручит мы это. Мы взяли Моррисона. Вон они взяли Моррисона. А ведь мы за ним гнались. Теперь он нам не достанется, но ничего. Я доберусь до него. Так. Здесь сейчас будет жарко, друзья. Здесь сейчас будет куча чуваков. Причем здесь нужна снайперка, по идее. У меня 9 патронов, это значит... Значит, всего 3. 3 очереди. Так, один первый пошел. Блять, сдохнуть только не хватало. Уходим. Аптечку. Блять, это жестко. Там их тьма, этих чуваков. Граната, под меня пошла граната, отходим. Аптечку. Еще аптечку. Блять. Что за жесть? Сколько аптечек? 7 аптечек, нормально. Отбился. В меня граната прилетела, 2 аптечки или 3 я сожрал. Так, они там меня обложили. Еще одного ублюдка достал. Второй, третий. Уверен, это не все. Уверен, там еще. Так, снайперку надо выбрасывать. Она только место в инвентаре занимает. Патронов один хрен нет. Дайте мне гвоздомет лучше. Опа, 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 они здесь. Кто-нибудь его видит? Не знает, подловил его, не подловил. Может, и ушел. Там слева дежурит несколько. Так, первый пошел. Там он за столбом еще один. Или мне кажется, нет, там может быть и нет никого. Возможно, тут вообще один-двое остались. Так, аптечка нужна? Нет, аптечка пока не нужна. Так, у них тут улучшенные это, с оптикой стволы валяются. Можно подобрать, кстати, за место вот этого обычного автомата. Давайте я подберу их стволы. Ощущение, что кто-то бегает. Да, кто-то бегает. Есть один. Этот автомат с оптикой, то что надо. Все, или еще кто-то остался? Так, броник хватаем, аптечку хватаем. Судя по тому, что музыка не утихомиривается, тут еще кто-то есть. Тут целый отряд. Но я, честно говоря, уже знал, что они там будут, потому что они там, походу, по скрипту выходят. Блин, двое выжили. Я столько в них высадил, двое выжили. Замедление у меня еще пока есть. Что такое? Еще бегут. Просто навалом. Так, собираем все патроны.
Возможно, это все. Кажется, все, да? Так, все трупы обходим, потому что автомат вот этот хороший, он пригодится, я думаю, в следующих эпизодах. Так, это дробовики, хрен с ними. Или взять. Так, у меня обычный автомат. Ладно, дробовик не нужен. Так, вроде все собрал, да? Тогда идем дальше. Почему-то музыка не успокаивается. Неужели я не всех... Обычно когда... Да что ты будешь делать? Когда вы кончитесь-то уже все? Доложите автономку. И это еще не все. Где этот ублюдок? Только что ж кто-то стрелял, я видел очереди. Ой-ой-ой-ой-ой, откуда он стреляет? Я не вижу, откуда он стреляет. Что за бред? Он что, сквозь стенку стреляет? Вот он где. Ну если и это не все. А, ну это уже недобитки. Это уже эти застывшие. Застывшие клоны. Кажется, все самое опасное позади. Так, вон выход. Все, миссия, кажется, пройдена. Выход на поверхность. Сержант! Слава богу! Черт, похоже, Чену не удалось выбраться. После взрыва тут все отключилось. На второй отряд надежды мало. Насколько я понимаю, в момент взрыва они все были в здании Армахема. Иду к вам. Продолжайте преследовать Моррисона. Я хочу лично допросить сукиного сына. Продолжаем преследовать.